большой дом, некогда доходный дом Лазарика, нового хозяина жизни Гермоген Петровича, который занимался очень выгодным делом, вкладывал средства в московскую недвижимость. Доходный дом – явление новое, они растут, как грибы после дождя, в период развития, интенсивного развития капитализма в России, наступившего после отмены крепостного права. Дом занимает целый квартал. В советские времена он надстроен двумя этажами, но когда-то был трехэтажным. Здесь размещались мебелированные комнаты, здесь был свой театр, органная мастерская, органный магазин, здесь была своя типография, трактир, ну, в общем, целая инфраструктура. Ну, а еще раньше здесь были владения князей Адоевских, и вот в этот самый период, когда на месте дома располагалась настоящая городская барская усадьба, в 1812 году здесь гостил наполеоновский маршал Луи Александр Бертье, военный министр, впоследствии, а именно в кампанию 1812 года, в том числе начальник штаба Великой армии Наполеона, участник всех наполеоновских войск и кампаний. Он предал своего императора, поступив на службу к Людовику XVIII, он был одним из тех, кто уговорил Наполеона отречься от престола. Ну а в период кратковременного реванша в 1815 году, вероятно, не вынеся мук совести, он удалился в свой замок в Баварии, подаренный ему Наполеоном, и там покончил с собой. Ну а когда-то здесь были владения князя Львова, это задворки Высокопетровского монастыря, Крапивинский переулок, который нас в настоящее время интересует прежде всего. Снова Высокопетровский монастырь, где для нас уже с вами все узнаваемое. Каждый храм имеет определенное мемориальное посвящение. Собор святителя Петра Митрополита освящен в память о Петре Митрополите Московском, жившем в 14 столетии, с именем которого связано основание этой одной из самых древних московских обителей. Боголюбская церковь-усыпальница Нарышкиных, храм преподобного Сергия, воздвигнут Петром Великим в память об избавлении от, казалось бы, неминуемой смерти во время Стрелецкого мятежа 1689 года. Небольшая, но очень изящная церковь в честь Толкской иконы Божией Матери, воздвигнутая одной из представительниц рода Нарышкиных, статсдамой Нарышкиной, в 1744 году по проекту знаменитого зодчего Ивана Мичурина. И она имеет мемориальное посвящение. Дело в том, что именно в день, когда празднуется Толкская икона Божией Матери, Петр Великий как раз и оказался в спасительной ограде Троицы Сергиева монастыря и тем самым избавился от смерти. Но наш разговор сегодня пойдет о совсем иной странице истории, трагической, героической, славной, об истории монастыря в 20-м столетии. А потом мы с вами отправимся в окрестности монастыря еще в одно очень удивительное место. Для тех, кто бывал в Троице-Сергиевой лавре или в Новодевичьем монастыре, ну или в Древней Симоновской обители, интерьер этой трапезной вполне узнаваем. Это торжественная, модная в те времена с архитектурной точки зрения монастырская трапезная палата при храме. Так будет сказать, ну не то чтобы правильнее, но точнее. Сам храм, освященный во имя преподобного Сергия, отделяется, так скажем, от торжественного обеденного зала стеной с тремя арочными проемами. Это тоже типичный архитектурный прием для устройства интерьеров таких вот пышных монастырских трапезных того времени. Ну и, конечно же, здесь влияние Троицы Сергиевой лавры мы помним, что с этой обителью связано важнейшее событие в жизни Петра Великого. Но мы-то с вами говорим о 20-м столетии. Что происходит здесь? В 1918 году монастырь официально закрыт. С 1923 года
настоятелем Высокопетровского монастыря, как бы не существующего, становится архиепископ Варфоломей Ремов, сын московского священника, выпускник Московской духовной академии, где он был экстраординарным профессором и написал очень серьезное исследование. Это была его магистерская диссертация о библейской книге пророка Аввакума. Ученый-монах, одновременно интересовавшийся подвижнической жизнью, тесно связанный с насельниками очень строгого монастыря, подвижнического монастыря Смоленской Зосимовой пустыни. Сейчас она расположена на территории Владимирской области. Там были святые старцы, знаменитый старец Алексей Зосимовский Соловьев, Герман Гумзин, к которым приезжала со своими сестрами из обители Милосердия великая княгиня Елизавета Федоровна. Ну, те времена уже остались на тот момент, о котором мы говорим, в далеком прошлом. Пустынь закрыли, и вот ее насельников, духовно опытных монахов, и пригласил сюда архиепископ Варфоломей Ремов. И здесь возникает совершенно удивительная жизнь. Сюда ежедневно на богослужение стекались представители вот этих тайных монашеских общин, мужской и женской. Костяк общин составляли молодые люди. Днем они занимались своими делами, им благословлялось трудиться в миру, ну, кем угодно. Это были студенты, это были лаборанты, это были научные работники, доктора. Ходили они в обычной одежде, лишенные всяческого монашеского романтизма, монашеской романтики, мантии, чёточки, ну, такое монашеское утешение. Нет, блузки и толстовки, платки аккуратные. Ну, конечно, все равно девушки выделялись, потому что никогда не пользовались косметикой. И вообще во время довольно свободных нравов вели себя очень строго. Они заполняли храмы, которые при этом закрывались один за другим. Собор, Сергиевская церковь, Покровская, последний действующий храм – это Боголюбская церковь. Кроме того, это опыт создание монашеских общин в миру, тайных, негласных общин, породил такое явление, как Знаменский скит. Здесь неподалеку, в районе Неглинной улицы, в Пушкарском переулке, в семиэтажном доме проживала негласно в одной из квартир монахиня, не афишировавшая свое монашеское посвящение. И вот к ней во время рабочего дня, иногда во время обеденного перерыва, приходили девушки, послушницы или уже постриженные в иночество, для того, чтобы вдохнуть воздуха, такой духовной атмосферы, они могли почитать псалтырь или акафист, просто посидеть, побыть в тишине. Вот такие интересные формы рождал период гонений на церковь. В нашем церковном календаре есть День памяти московских святых. Он празднуется в первое воскресенье сентября. И вот что интересно. За все время существование нашего первопрестольного града с XII века, а в истории святости с XIV, потому что первый московский святой святитель Петр в лике святых до наших дней прославлено 542 человека, мужчины и женщины, подвижники благочестия, благоверные князья, святой царь Федор Иоаннович, и всего-то их 21 до 20-го столетия. Всех остальных дал трагический для церкви 20 век, вписавший эти имена кровавыми буквами навеки в историю русской святости. И надо сказать, что немалая, значительная часть этих подвижников, пострадавших за Христа в веке 20-м, связана с Высокопетровским монастырем. Вот икона новомучеников и исповедников Высокопетровского монастыря. Здесь изображены все за Христа пострадавшие, ну или почти все. Причем, что самое интересное, это не только люди, которые связали свою жизнь с церковным служением, с монашеской стезей еще в дореволюционный период. Это люди, которые пришли сюда, вошли в эту общину, которая действовала-то совсем недолго, там с 23 по 29 год здесь, ну и потом еще какое-то время до 34 года при храме Рождества Богородицы в Путинках. И вот они успели стать осознанными церковными людьми, прихожанами, принимали монашеский постриг. Среди них имена и Федора Богоявленского,
и Варлама Никольского. Вообще собор очень большой, потому что это люди, которые потом продолжали свою иноческую жизнь, подвижническую жизнь. Это монахини, которые отправлялись в далекие ссылки к местам заключений своих духовных наставников. Век 19 в истории Высокопетровского монастыря – это время тихого и безмятежного жития, за исключением, конечно, периода наполеоновского нашествия, которое, как и всей Москве, в общем, нанесло обители огромный ущерб и повергло ее в разорение. Французы вели себя здесь, как, впрочем, везде, безобразно. Европейские варвары устроили скотобойню в стенах монастыря, разграбили храмы. Ну, в общем, все было как обычно. И вот, скажем, Покровскую церковь, которая расположена во втором ярусе колокольни, в том самом, который возвышается непосредственно над святыми вратами обители, восстановили богослужение только в 50-е годы 19-го столетия. Ну, а так вообще все было очень спокойно, несмотря на то, что у монастыря отобрали в период секуляризации монастырские земли владения, оставив лишь небольшой участок. Монастырь жил на государственную дотацию, впрочем, она была небольшой, за счет пожертвований, которые превращались в процентные бумаги, банковские билеты. С этих процентов жилобратие очень немногочисленное, числом 14 человек, столько ровно полагалось по официально утвержденным штатам. Был у монастыря доходный дом, но рано или поздно это тихое житие, как мы знаем, закончилось. Но перед этим все-таки Высокопетровский монастырь стал центром духовного просвещения. В 1863 году по благословению святителя Филарета, митрополита Московского, здесь расположилось Общество любителей духовного просвещения. Была такая организация, влиявшая существенно на умы, на настроение в обществе. Здесь же располагалась епархиальная библиотека до тех пор, пока при митрополите Владимире Богоявленском на рубеже 19 и 20 веков не был выстроен епархиальный дом в Лиховом переулке. И здесь же находился духовно-цензурный комитет. Но все-таки наш рассказ о временах иных, о временах, когда церкви и людям церкви пришлось пройти через горнило испытаний. Покровский храм под колокольней, с ним непосредственно связаны события вот этого последнего героического периода истории старого, до закрытия Высокопетровского монастыря. Здесь в 1921 году начала свой новый учебный год Московская духовная академия, выселенная из своих зданий в Троице-Сергиевой лавре. Официальная академия была закрыта в 1919 году. И вот по преданию именно здесь, в помещении под колокольней, как пишется в некоторых воспоминаниях, начались занятия. Конечно, это была уже не та академия, не тот русский Оксфорд с особым укладом жизни, но тем не менее и научная, и педагогическая работа некоторых членов академической корпорации продолжалась. С Высокопетровским монастырем был связан профессор академии Иван Васильевич Попов, которого мы сегодня почитаем не только как патролога, историка, замечательного ученого и церковного деятеля, но и как мученика, пострадавшего за Христа. Он, кстати, и находясь в заключении в Соловецком лагере особого назначения, продолжал активно влиять на церковно-общественную жизнь. А вот эта жизнь вдруг, неожиданно, после того, как, казалось бы, все обрушилось, перевернулось, церковь лишилась своего прежнего особого статуса, просто била ключом.
церковь возвращались многие люди, которых останавливал официальный государственный статус. Церковь называли казенной. Много здесь было от предрассудков, много было действительно негативных сторон от этого очень тесного союза, когда государство церковь, по сути дела, поглотило. Ну, ладно, это вопросы высокие и, в общем, дискутируемые до сих пор. А вот та реальная народная церковная жизнь, которая в 20-е годы, но в крупных городах особенно была видна, заметна как ярчайшее явление, она, конечно, коснулась и Высокопетровского монастыря. Началось все с 1918 года, когда в Великий пост храмы были забиты народом, так что яблоку было негде упасть. Люди исповедовались, причащались святых тайн и радостно встречали, ну, казалось бы, безрадостную Пасху 18-го голодного года, года начала гражданской войны и впоследствии развернувшегося красного террора. Но, тем не менее, люди вновь ощущали себя, многие люди вновь ощущали себя православными. Все стало как-то проще и ближе. Патриарх Тихон, который, кстати сказать, служил здесь, в Высокопетровском монастыре, на престольные праздники, подъезжал в простой извозчичьей пролетке, а прежде-то архиереи ездили в каретах. Считалось, что так надо подчеркнуть особое положение государственной церкви. А сейчас просто в извозчичьей пролетке, а архиереи иной раз приезжали на богослужение просто на трамвайчике. Все стало проще, ближе и как-то родней. Дело в том, что в 1928 году архиепископ Варфоломей был арестован и, находясь под арестом, дал подписку о сотрудничестве. Он должен был, ну, попросту говоря, стать осведомителем, предоставлять необходимую органам информацию, чего он, кстати говоря, не делал. Кроме того, он вступил в контакты с эмиссарами Ватикана, ну, иначе не скажешь, потому что действительно политика Римского престола в отношении гонимой русской церкви заключалась в том, что да, конечно, на словах мы поддерживаем, но а на самом деле, по большому-то счету, мы ждем, когда большевики уничтожат структуру русской церкви, потом они уйдут с исторической сцены, и тут-то и хлынут на Святую Русь католические миссионеры. Надо сказать, что владыка Варфоломей принял власть папы, по сути, стал тайным католиком, хотя никаким образом на его общине это не сказалось. Внешне он сохранял верность заместителю патриаршего местоблюстителя, митрополиту Сергию Старогородскому, продолжал оставаться вот таким же строгим, требовательным духовником и монахом-аскетом. Погубило его как раз то, что он в реальности вот это сотрудничество не осуществлял, это было официальное обвинение, его обвинили в измене служебному долгу, потому что он информации не предоставил. В 1935 году он был расстрелян. Последняя точка в истории его жизни еще не поставлена. Ну, историю надо воспринимать таковой, какова она есть, а не такой, как бы нам хотелось ее видеть. Было и такое, почему этот союз с католиками не видел выхода. Ему положение русской церкви в то время казалось безвыходным. Но будем ждать новых открытий, которые, несомненно, последуют, потому что здесь, в Высокопетровском монастыре, с большой ответственностью относятся к своей 700-летней истории. Главная достопримечательность Крапивинского переулка, названного так в честь своего владельца Алексея Крапивина, коллежского асессора, который владел здесь земельными участками, конечно же, это церковь преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Она не связана с историей Высокопетровского монастыря, но не побывать здесь было бы для нас просто преступно, потому что здесь, под сводами этого храма, находится величайшая православная святыня. Святыня, о которой идет речь, святыня, которая пребывает здесь под сводами храма преподобного Сергия в Крапивниках, Киевский крест, знаменитый и, как ни парадоксально, одновременно известный немногим.
Эта святыня связана с именем патриарха Никона, с одним эпизодом из его жизни, когда он бежал с острова Анзер в результате конфликта с основателем анзерского скита преподобным Елеазаром. Бежал он с христианином Неком в кораблеце Малом, оказался в районе Онежской губы, в устье реки Онеги, у места впадения ее в Белое море. Белое море суровое, поднялась буря, утлое суденышко носилось по волнам и, наконец, пристало к небольшому скалистому острову. «Кий-остров!» – воскликнул обрадованный Никон. Таково предание, филологи объясняют это название, его графинское происхождение там от слова «скала». Действительно, это как будто одна сплошная скала. И остается только удивляться, как патриарх Никон, побывав там в 1660 году, ухитрился устроить колодец. Вероятно, очень долго выбирал место. Ну, а пока благодарность Богу, по традиции, в знак своего спасения, он поставил поклонный крест. Это очень характерно было, особенно среди поморян. Все знали, да, ориентировались на эти кресты, молились перед ними. Ну, а потом посетил Киостров, когда был уже новгородским митрополитом, и перевозил Соловков в Москву мощи святителя Филиппа, тайно умученного по приказу Иоанна Грозного. И тогда дал обет основать здесь церковь и монастырек оградить. И вот этот монастырек стал одним из трех любимых монастырей патриарха Никона. Это Иверский Валдайский, это Воскресенский Новоиерусалимский монастырь и третий Крестовоздвиженский Кий-Островский. Для этого монастыря и был сооружен вот этот уникальный, огромный ковчег, ну, говоря в русле западной традиции, реликварий со множеством святынь. Два креста были доставлены в 1656 году из Иерусалима в полную меру креста Христова, установленного там, в Иерусалимском храме Воскресения на Голгофе. Один предназначался для Новоиерусалимского монастыря, второй для Кий-Островского. Вот сюда, по преданию, руками самого Никона были положены святыни, около 300 святынь. Это мощи святых, это какие-то драгоценные христианские реликвии, скажем, камешек с горы Искушения или камешек из Назарета. Вот не все они известны, потому что над теми местами, где помещены частицы мощи некоторых святых, есть их изображения, такие прореси, сделанные на металле вручную мастерами, знаменитыми мастерами Московской оружейной палаты. И вот этот крест отправился на далекий Кий-остров, его торжественно провожали в Москве, и отправился он в сопровождении роты драгун для обороны от лихих людей, ну и для некоторого почета, потому что драгуны шли с развернутыми знаменами, с барабанным боем. Кроме того, у них была на всякий случай даже артиллерия. Крест благополучно доставили. Кстати, на всех местах, где останавливалось это шествие этой святыни, изготавливались копии этого креста в знак благословения той местности, которая дала святыне приют. Ну, а потом крест пребывал на Кий-острове до закрытия монастыря, потом попал в Соловецкий музей. Был и такой в период, когда на Соловецком архипелаге размещался Соловецкий лагерь особого назначения. Слон печально знаменитый. Но на первом этапе пока еще порядки. Они уже тогда были, конечно, и жесткими, и жестокими, но была какая-то видимость культурной жизни, был там свой театр и так далее. Действовал музей. Крест попал туда, потом оказался в музее историческом. Обнаружен он был в такой неясный период нашей истории, смутноватый. Причем обнаружен в распиленном виде, в ящиках, предназначенной ко списанию. Может быть, поэтому святыня, которая не была столь известна в Москве, долгие годы скрывалась в запасниках и была предназначена то ли к уничтожению, то ли к вывозу, кто его знает. Времена-то были смутноватые. Поэтому она, может быть, не так известна. Но сейчас здесь, в храме, восстанавливается не сверху, а путем самого широкого народного почитания вот отношение особое к этой святыне, которая, несомненно, уникальна, потому что мы собираемся, встаем в огромную очередь, когда доставляют святыню, скажем, с Афона откуда-нибудь, да, из каких-то других мест, и это правильно. Но придя сюда, говоря словами патриарха Никона, можно побывать в святой земле, потому что здесь великое множество святынь и даже частица животворящего древа креста Господня и часть ризы Спасителя.
история этого храма, возведенного в последней трети 17-го столетия, потом неоднократно перестраивавшегося, она интересна по-своему, где-то она типична для московских приходских церквей, где-то напротив очень оригинально. Может быть, когда-нибудь мы к ней и обратимся. Ну, а пока самое главное, что мы побывали у Киевского креста. Так мне кажется, по крайней мере. Куда отправимся в следующий раз, пока не знаю, но все равно оставайтесь вместе с нами, путешествуйте вместе с нами. Всего вам доброго.